Всем привет, ребята! С вами вам покажу, как сделать круг, чтобы создать очень много каналов. Смотрите, вот нам нужны такие настройки, примерно. Можете побольше настроить. 10 тысяч кликов и клик интервал 1 миллисекунда. Вот, вы поняли, наверное? Да. Итак, в общем, это, конечно, не всегда срабатывает, но у меня тоже не всегда срабатывает. Вот давайте, допустим, hack it by Minecraft. Вот нам нужно, чтобы автокликер включался на определенную кнопку. Не знаю, там, на F5, F4, ну, рекомендую на F6. Вот, в общем, hack it на Minecraft, да. И наводим мышку на создать канал. И можем уже включить свой автокликер. Смотрите, у нас тут сервер. Ну да, не очень сильно делается. Давайте. Не знаю, вот так вот. Да, но, конечно, не всегда работает, но смотрите, мы создали уже очень много. Да, оно еще создается. Можно, короче, украшивать сервер, наверное. Но я не советую украшивать сервер, потому что это очень плохо. Также можно и с категориями, я еще не проверял, но сейчас вот, вот я попробую. Да, с категориями так тоже можно. Смотрите. Вот, я сейчас уже создам, вот, пример. Всем привет. Всем привет. Я хочу тут все переименовать. Всем привет. Вот так вот. Нужно, в общем, вот так вот по несколько раз делать, чтобы тут уже не видно было. Вот до сюда вот где-то. Раза примерно 5-6. Ну, где-то 3 или 4 раза, да. Вот смотрите, у нас тут много всего понасоздавалось. Можно также с категориями, да, я это уже говорил. Вот также можно сделать вот эти вот роли, да. Смотрите, вот. Вот здесь вот уже быстрее делается, да, смотрите. Наводим на создание роли и включаем автокликер. Смотрите, мы просто уничтожили этот сервер, офигеть просто. Офигеть. Так, есть, конечно, боты, с которыми это намного проще сделать, но вот я вам решу порекомендовать мой способ, который я только что нашел. Ну, в общем, всем пока, ребята, всем пока, всем привет.